Есть дома, в которых история семьи вписывается очень органично, достойно и красиво. Сегодня речь идет именно о таком доме. Это не дом, это просто мечта. Но давайте начнем по порядку. Комьюнити Аль-Барари. Ему нет равных во всех Эмиратах. Это самая зеленая комьюнити во всем Дубае. Ты просыпаешься под пение птиц, ты гуляешь по роскошным аллеям парков. А самое главное, ты погружен в природу с утра и до ночи. Но к этому мы вернемся чуть позже. А пока давайте пройдемся по дому, который станет для вас местом силы и душевного спокойствия, местом душевной гармонии, где вы будете писать свою красивую семейную историю. Итак, концепция из 8 вилл, 6 спальнями, гаражом, комнатой для водителя, комнатой для прислуги, террасой и огромным роскошным бассейном в окружении пальм. Огромный особняк площадью в 1200 квадратных метров. Нет, вы не ошиблись. Именно 1200 квадратных метров. Причем каждый метр этого дома рассчитан на то, чтобы вы получили максимум комфорта. И комфорт здесь предусмотрен не только для вас, но и для всех обитателей этого дома. Слушайте внимательно. Таких дизайнерских вилл всего 8 в огромном комьюнити. И одна из них может стать вашей уже сейчас. Давайте пройдем внутрь, и вы увидите все своими глазами. Смотрите, справа у нас гараж на 2 парковочных места и даже комната для водителя. Ну и, наконец, мы в самом доме. Посмотрите, насколько огромный гостевой холл. Вы можете разделить его на тематические зоны и в каждой зоне создать свой уют и свой комфорт. Посмотрите, какая стильная кухня и сколько в ней света. Мраморные столешницы идеально сочетаются с серым цветом. Кухня оснащена самым современным оборудованием. И сюрприз, она у вас не одна, у вас их целых 2. Давайте пройдемся и посмотрим на вторую кухню. Мы ее также называем технической. Техническая кухня плавно перетекает в комнату для прислуги. Итак, на первом этаже, помимо гостевого холла, у нас также есть гостевой санузел и гостевая спальня. Без нее ну никак. Когда бы у вас не были гости, она всегда придет вам на помощь. Идем дальше. Слышите? Там наверху раздаются детские голоса и смех. Поднимаемся наверх и попадаем в святая святых семьи – спальные комнаты. Второй этаж, назовем его условно семейный. Здесь расположено 5 спален. В каждой комнате большой санузел и много встроенных шкафов. Но особая фишка в основной спальне. Посмотрите, гардеробная комната – мечта каждой женщины. А самое главное, из этой спальни вам откроется панорамный вид на роскошный парк. Я думаю, что второй этаж – это место, где вы можете почувствовать особенное единение с семьей. Поиграть с детьми в их любимые игры, почитать им сказки на ночь или же все вместе провести вечер за просмотром фильма в этом небольшом уютном холле. А теперь мы подошли к самой главной, на мой взгляд, изюминке этого дома. Огромная терраса. Вы только посмотрите на это пространство. Вы можете распорядиться ею как угодно. Установить бассейн, гамаки, готовить барбекю, устраивать дискотеки. Дайте волю вашему воображению и поверьте, оно вас точно не подведет. И терраса у вас не одна, у вас их целых 3. И если у вас ленивое настроение, и вам не захочется подниматься и спускаться по лестницам, то вам навстречу придет лифт.
Он мгновенно доставит вас на любой этаж. Пойдем дальше, посмотрим на наш сад. Ландшафтный дизайн безукоризненный. Здесь продумано абсолютно все до мелочей. Еще один бонус. Из этой виллы есть прямой выход в красивый парк с множеством бассейнов. Здесь ваши дети проведут незабываемые минуты своего детства. Пойдемте посмотрим. Наша маленькая экскурсия подошла сегодня к концу. В завершение хотим отметить, что дизайн этой виллы, он как бы вне времени. Одна комната плавно перетекает в другую. Основная концепция этого особняка – больше света, воздуха и пространства. Если вы хотите прожить незабываемые годы жизни с семьей в гармонии и счастье, то это предложение именно для вас.